расскажу небольшой секрет. Всем привет, с вами Элис. До 1 сентября осталась всего одна неделя. Я знаю, есть люди, которые покупают все в последний момент. Если вы в панике и не знаете, какой рюкзак выбрать, то, возможно, мое видео вам поможет. На окончании первого класса мне родители подарили рюкзак Hummingbird. В нем оказалось много интересных деталей. Впереди есть большой карман для пенала и прочих мелочей. Отделение для телефона. Крючок для ключей. Кармашки для ручек. Рюкзак украшен вышивкой, стразами, аппликациями, светоотражающими элементами. Есть значок и милый брелок Мишка. Еще в комплекте был браслет, но я его уже потеряла. На замочках резиновые сердечки. По бокам вместительные карманы. А вот главная застежка не очень удобная. Надо натренироваться ее расстегивать. А что внутри? Одно большое отделение. И кармашки для тетрадей, чтобы они не мялись. Сетчатый кармашек для формы на физру. Есть даже табличка для расписания. Закрывается легко. Еще один недостаток – это гладкая поверхность у кармана, которая легко царапается. У меня уже есть царапина. Ручка пластиковая, удобная. И есть вторая, чтобы вешать на крючок парты. Лямочки мягкие, совсем не врезаются в плечи. Еще есть ремешок на талии, чтобы рюкзак хорошо держался. Рюкзак можно полностью расстегнуть и помыть. Дно жесткое с пластиковыми ножками. Значит, меньше будет пачкаться, не промокнет. Сейчас мы идем получать мои учебники во второй класс. И как раз проверим, сколько учебников может войти в этот рюкзак. Я сейчас вам расскажу небольшой секрет. Я единственный человек, который любит учиться в школе. Я так обрадовалась, когда пошла за учебниками. Сразу подумала, что мы прям в школу учиться идем. Все, я пошла. Туда вошли все мои учебники. Ну а тетради пришлось положить в сумку для обуви. И тут еще место осталось для пенала. Надеюсь, это видео было для вас полезно, и вы обязательно выберете свой идеальный рюкзак. Всем пока! С вами была Алиса! И рюкзак!